Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Арсений Шульгин заявил, что в отеле их дружной компании было слишком тесно. Сегодня мы заехали в апартаменты. В отеле, конечно, нам было очень тесно. И, наконец, в нашем распоряжении большие апарты. Вот так вот все выглядит в арабском стиле. И смотрите, какая божественная спальня. Кроватку поставили для малышки. И самая любимая моя локация – это вот этот балкон с таким видом. Это просто рай, да? Смотрите, какой вид. Это настоящий рай. Вот там находится Дубай Марина. А это самое крупное колесо базара. Всем приятного аппетита. У нас вот такой обед экспресс, заказали еды в апарте. Да, и пойдем на пляж. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с женой Лианой и маленькой дочкой Селин уже неделю находится в Дубае, где ему удачно удается совмещать работу, общение с друзьями и отдых. Сначала звездная семья поселилась в отеле, но затем было принято решение расшириться, так как номер показался тесным. Арсений Шульгин перевез жену и дочку в просторные апартаменты в Дубае, с шикарным видом на залив. Молодой отец в восторге от огромной площади их нового жилища. Сын Валерий похвастался, с каким шиком устроилась в апартаментах его семья. «В отеле было супер-пупер тесно. Даже некуда было разложить вещи», — объяснил Арсений Шульгин причину переезда. «В нашем распоряжении большие апарты в арабском стиле, смотрите». Молодой человек продемонстрировал огромные комнаты, обставленные дорогой мебелью в арабском стиле. «Какая спальня, с божественным видом и самая любимая моя локация – это балкон. Просто рай, смотрите, какой вид», – восторгается Арсений Шульгин. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.